Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юлий, шестый день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день сказание о обретении честных мощей святия Юлиании Девицы в Киево-Печерской обители. В дни блаженния памяти архимандрита Печерския лаври Елисея Плетенецкаго, представлящаяся в богоспасаемом граде Киеве некои нарочитой девици, яже име погребена бъйти в обители Святой Печерской, копаша гроб близ церкви Великой Каменной Печерской успение Пресвятия Богородицы пред пределом Святаго Йоанна Предтечи, и деже нейни сути двери в предел той, яже прежде тамо не бяху, но извнутри Великия Церкви вход в той предел бяше. В то время купающий обретоше Богом хранимое от древних лет сокровище, честные мощи святия богоугодния княжны Юлиании, в нетлении зело красном почивающие. Бяше бо бела телом и благообразна, аки жива спящая, многоценно украшенное одеяние шелковыми, со златотканными обложениями, навый имеяше гривни златые со многими бисерами, и на руках за рукавие златая и персни драгоценния, на главе же венец девически и златые с бисерами, усерязи також де златые с бисерами большими и каменем драгим. Лежаше же при стене церковной, главой на полудень, а ногами на полунощ. Над ракою ея положен бе камень, на нем же бяше начертано знамение или герб благочестивих князей Улшанских, и на самой раце прибита щица сребраная, позлащенная, на ней же изображено тожде княжие знамение, с надписанием сицевым. Юлиания, княжна Олшанская, дещер князя Григория Олшанского, представлявшая се девою в лето от рождение своего, 6-10. Вся же одеяние и я видях уся, аки нова бъйти, до належи никто же прикоснуся им. Егда же прикосновенный бъйша, аби растлеша. И так у вино е новое одеяние шелково е облечено и тие святые мощи, положены бъйше в церкви Святой Великой Печерской, в угле от запада на полудень, ненарочито, без украшения достойнейшею, яже подобает святым почестью, их же тамо различни люди смотряющие, прикасахуся, яко же хотяху без воздаяния подобающие чести. Тогда обой прахом прикрейше се тие святые мощи и мало почернеше. Не по малом же времени содержащо престол митрополия Киевския, купно же и правление Архимандрии Печерския, блаженние памяти преосвещенному господину отцу Петру Могиле, яви се му в чудесном видении сия святая богоугодния княжна Юлиания, обличая осем, яко в толиком небрежении оставлени бъйше мощи я святые с маловерием у святыни. Тем же бодри он и пастир абия повеле изкусним и богобоязнивым, че на иноческого девицам, одеяние и утвари благолепния, украшению тех святых мощей подобающи устроити, и рако нарочито соделати в нюже всенародно тие святые мощи, благочестно и благочинно под шта се приложити и торжествено на иное место принести, облегши се сам в святителски одежди и созвавши весь освещенний собор и сотворивши празднественное моление и пения. С благодарением Богу и Богородице и преподобним отцем Печерским, яко к святине того места приложи се на похвалу онаго, и сия святые княжны Юлиании явление нетленных, честных и чудесных мощей, к ним же притекающие с благоговениями верою получают молитвами сия угодницы Божия, душеполезную требованием своим помощь. Хоште же ли кто и очудеси коем от тех же мощей чудотворних святи угодници Божия Юлиани уведати, се изряднише и ногда суденно е чудо, на достовернише и уверение, всякому о том ведеть, желающим узде предлагается. В лето от Рождества чудес Источника и всякие благости виновника Христа Спасителя, 1717-е, в архимандричество выше помянута го Елисея Плетенецкаго, прииде в монастир Печерский некий человек, никому же знаемый, и же, яко же послежде о нему веда ся, бе еретик от проклята го зловерия Ариева, именем Василий. Той лесно притвори в себе лицемерно и благоверие и благоговейнство, являше се извне, аки бъй пришел посетите места святая и поклоните се чудотворним мощем угодников Божиих святых Печерских.
но внутри вред тоя душегубителния ариева ереси и лукавствие таяше. И дерзну нечестиви и вните во святую чудотворную великую печерскую церков. И проси лукавством и родяку на Ливерия, в то время бывшего екклесиарха, да отверзите му рак облажение княжны Юлиании, аки усердно желая поклонити си нетленним тоя мощам. И получив окаянно и желаемое, начали цемерно поклонение честным мощам творити. Помышляя лукавое и усмотревая подобно го времени, еже бы и совершите внутрите имою злобу свою. Егда же озре, яко еклесиарх за некоею нужда и отступи, аби е богомерски еретик листе цитати пак и почта се приступите к честным мощам святия Юлиании, яки со всяким усердием лобызая их, дрезну восхитите перстен с перста десници и святия тоя княжней, и отступая проклятый поклонник с душепагубным себе похищением, пойде дерзновенно из церкви с мнимою ему користью. Егда изыди из дверей церковных, внезапо возбесися и паде на камени, и возрича аки неистовый вол, метая се и пружая се семою оваму. Та же злочестиви той еретик и святокрадец, праведним отмщением Божиим казнимый, аби е зле скверною свою изверже душу. Еклесиарх же ужасен бъв от таковой вещи, тече и возвести то архимандриту. И аби архимандрит с братиею прииде, и чудяху се все таковой внезапной и страшной кончине, люте душу извергшего человека. И хотяще вину уведат и внезапнието я злые кончины, повеле везде прилежно осмотрети, несли при том бездушном часого църковного похищенного и украденного. Егда поискаша, обретоше в пазухе перстен. И вопроси архимандрит еклесиарха, от кой губа и образа был похищен той перстен. Еклесиарх же осмотре и изчита, и обрете везде на всех иконах все целый. Потом прииде ему во ум отверсти раку святе Юлиании, яко он листец зряше се прилежно молите се мощта мия честним. Егда отверзи осмотре, аби е позна. Яко снят бе перстен многоценен с перста прави руки святе Юлиании, и возвести о том настоятелю. Деющо се же се му прииде по случаю к церкви Вартоломей благоверни муж, той познал на го еретика бездушно лежаща и известил имени и уроде его. Посем архимандрит, перстен он и похищенни от мощей святия Юлиании, повеле на большую похвалу чудесета коваго приложите ко икони при святия Богородицей, между прочими многоценными освещенными утварми, а святократца он го еретика погребсти в не монастыря. И глаголаше к братии. Смотрите, отцы и братия, како изпитующие сердца и утробы Бог злодеяние, крающие се в сердце лукавого человека обличи и безказни не остави, да и прочие страх имут. Нест бо тайно еже не явлено будет. Таковым суделавшим се чудом извести ся и увери се всем верним у святыне и богоугождение святые туя девицы Юлиении. Усей же святой княжне Юлиании Олшанской не подобает умолчати и свидетельства достоверного по многих временах бывшего сици. В лето от Рождества Христова, 1767-е, месеца Юлия, в шестый день, всечестный отец Теодосий Софонович, игумен монастыря святаго архистратига Михаила Золотоверха Гукиевского, нарочно пришедши ко обители Печерско и желаше от еклесиарха в то время бывшего честнаго и румунаха Паисия, да бе отверзал ему ковчег святе Юлиении, хотя мощта мея святе им поклоните ся. Поведаше бояко николи же случи се мне поклонение сотворите тем святе мощтам, и таково имех, рече, видение всие време в монастире моем. По утренем пении, изшедшу мне из церкви и мало уснувшу, яви се в светлости велици и лик многих святых дев, от них же едина рече ко мне со обличением глаголя. Се аз есам Юлиания, и я же мощи лежат в церкви святой Печерской, тъй же вскую вот ще вменяеше мене и мощи моя. Се убо, того ради яви тебе Господь явление сие да увеси, яко и аз есам от Господа Бога причтена ко святым девам, угодившим ему. И оттоле всечестный той игумен, приходящи во святую обитель Печерскую, никогда же оставляше кланите се благочестно со всяким усердием, смиренним же и умиленим лобзанием, сим святым нетленним мощтам святи угодници Божия Юлиании. Я же святыми молитвами, да и мы изподобим се предчтени бъйте ликом угодивших Господу, хвалим ему во святых своих. Амин.
Конец повести о обретени честних мощей святия Юлении Девици.